животные. Это уже оскорбление. Да ладно, какие оскорбления? Ну что, посчитали мои печати, девушка? Да. Ну да, у меня больше там дней показалось. Я посчитала, что это больше. Что, все уже, решили же, уже едем в суд, я так понимаю. Так можно покурить-то где-нибудь, сходить под конвоем? А сейчас, когда поедем, покурим, я тоже хочу. Побежали. Ну не, ну вот вы понимаете, мне Василий, видите, я хочу курить. Я задержана. Выйдите, пожалуйста, и покурим. Нет, сейчас выйдем и покурим. Смотрите, я вам объясняю. Мы уже составили протокол. Да. Мы уже составили протокол. Пойду, пойду. Вы никуда не пойдете. Вот случай, правда. Ну если значит, никуда смотрите. Не пойду, значит я покурю. Давайте, давайте на все бумаги, что у вас есть. Это мы их обжалуем. Да, да, давайте, давайте. Вообще, чем больше вашего фуфла, тем легче нам. Да. Вы же владеете русским языком, да, а переводчик нужен? Абсолютно. Переводчик нужен? Не нужен. Переводчик в присутствии вас отказывается по расписке. Даже переводчик не привели. Снова это уже животные. Это уже оскорбление. Да ладно, какие оскорбления? Вы вообще просто прикалываете, что ли? Да. Гражданки Финляндии. Объявлено сокращение срока пребывания в Российской Федерации на основании пункта 3 статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 115 ФЗ о правом положении иностранных граждан в Российской Федерации. А я не могу ехать ни через какие другие пункты. Может, ну, можно попросить тоже нормально, а не орать. Сирому, что вы назвали нас лохами. Кем еще, Олег Евгеньевич? Напомните мне. Животные! Ну потому что все время орете. Он орет, вы орете. Ну что вы постоянно на меня орете? Это не делай, то не делай. Я же не задержана. Вы административно задержаны. Ну и что дальше? Вы должны на меня орать? Да, пожалуйста, не хочу. Скажите, что тут нельзя сидеть. Я? Все, я вот не сижу. Еще на раз, ни разу на вас не кричал. Я на вас получал бы. Нет. Да вы пишите, Господи. Пишите. Хорошо. Спасибо, что разрешили.